А вы кто такой? Добрый день, коллега. Здравствуйте. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Ну, видите, я работаю. Да. Вижу. Ну, представьтесь, пожалуйста, нам. Я Елена Иванова, главный редактор «Свободных новостей». А почему наблюдатели от «Голоса» прячутся здесь у вас? А кто у нас наблюдатели от «Голоса»? Ну, например, Михаил Тихонов. Понятия не имею. Что он здесь делает? Я вообще никакого Михаила Тихонова еще не видела. Я тут приехала на работу. Вот только что прибежал, у вас тут спрятался. Что он здесь делает? Он спрятался у нас. Вот прям было видно, как будто прячется. Так как будто прячется или прячется? Прям бежал к вам изо всех сил. С какой скоростью? Так вы лучше расскажите, что он здесь у вас делает? Я еще не была внутри, поэтому я не могу вам сказать, что он там. Очень жаль. А вы здесь стоите, чтобы... Вы его ищете? Хотели бы задать, да, несколько вопросов. Вот этому вот человеку Михаилу Тихонову. А кто такой он вообще? А вам-то не знать, он же у вас здесь в офисе находится. Он у нас не работает. Мы работаем с обеда сегодня, поэтому вот с Виктором, поэтому мы еще пока не в курсе, кто у нас прячется. Да, ну вот выясните, пойдите. Но вообще у нас не бомбоубежище, мы не оказываем услуги по сокрытию людей. Ну вот и нам тоже просто интересно. Наблюдатель вот от «Голоса» приехал наблюдать за выборами. А вы за ним наблюдаете? Мы хотели бы задать несколько вопросов. А вы за ним откуда наблюдаете? Ну какая разница, с какого где места и не знаю, может быть, что к чему. Мы вам просто сказали, что он прибежал вот к вам, там прям спрятался. А кто вам сказал? Ну, мы видели. Нет, мы видели. А откуда вот вы, видите, даже не знаете. А откуда он? Ладно, спасибо вам большое.